МТС Digital. Сердце экосистемы МТС. В нашей команде уже более 5500 крутых IT-специалистов. Вместе мы развиваем цифровые продукты и работаем над тем, чтобы вывести мобильную веб-разработку на новый уровень. Тестируем много и по-разному. Автоматизируем на Python, Java, Go. На нагрузочном тестировании мы используем как собственно написанные фреймворки, так и open-source решения. И как Jupyter, и Lotus. Для того, чтобы жизнь тестировщиков была легче, мы собрали все инструменты в единой точке. Портал качества, система планирования интеграционного тестирования. У нас есть классные тестовые ландшафты с системой мониторинга. А еще наши инженеры разбираются не только в том, как работают продукты, но и понимают бизнес-процессы. Это помогает им более эффективно решать поставленные задачи. Мы цифровые, и для того, чтобы продолжать развивать наши продукты и сервисы, мы сформировали крутое IT-комьюнити. В МТС Digital 12 гильдий. Это профессиональные сообщества инженеров по направлениям, где участники проводят метапы, занимаются менторством, учатся друг у друга. В гильдии тестировщиков мы регулярно делимся экспертизой, что позволяет нам найти и масштабировать рабочие инструменты. У нас гибридный график работы. Можно работать из дома, можно из офиса, а можно вообще из кафе. В целом, мы стараемся встречаться 2 раза в неделю офлайн для того, чтобы обсудить общие задачи или просто пообщаться. В МТС мы открыты новым, даже самым нестандартным идеям. Мы поддерживаем инициативу и креативное мышление. А еще в МТС круто, потому что в рамках экосистемы мы разрабатываем более 250 продуктов, и каждый из них можно протестировать. Мобильные приложения, медиа, гейминг, финтех. Каждый точно найдет что-то для себя.